Какие самые первые грибы можно собирать уже с весны? Как только растаял снег, полезла травка. Самые ранние грибы, которые растут в Сибири в мае, это сморчки и сморчковые шапочки. Вот так они выглядят. Сморчковые шапочки, у них ножки очень легко ломаются, внутри полые. Вот, буквально руками легко переламываются. А ножка, в отличие от сморчка, когда вытаскиваешь, она получает сморчок вылазит с ножкой, а у сморчковой шапочки обычно ломается шляпка. Отваливается от ножки. Да и сама ножка очень хрупкая. Можно даже вот так спокойно рукой взял. Вот она отвалила шляпку. Вот. Такая ножка. Внутри она полая. Как шланг. Вот, а сама шляпка. Такая. Вот это сморчковая шапочка. Самые первые грибы, которые можно уже сейчас собирать уже весной.